Раунд за раундом продолжаются переговоры украинской и российской делегаций. За первый общий стол 28 февраля сторона оккупанта садилась с уже заезженными предложениями. Признание украинского Крыма в пределах России и самостоятельность администрации ОРДЛО. Украина такие прихоти врага сразу отвергла. На это мы никогда не пойдем. Безусловно, мы понимаем те красные линии, которые мы не можем нарушить. Это суверенитет, это территориальная целостность и государственная независимость. Мы проговариваем варианты, допустимые для ведения тех или иных переговоров. После трех недель переговоров и разгрома российских войск нашими военнослужащими делегация России выдвигает более реальные тезисы переговоров. Нейтральный статус, гарантии безопасности и, конечно же, приведение в норму, в цивилизованную норму законодательной базы касательно русского языка, русского образования, русских средств массовой информации. Одно из главных требований Федерации – обязательство Украины не вступать в НАТО. Над этим пунктом наши переговорщики размышляют, поскольку не видят ожидаемой поддержки альянса во время войны. В то же время украинская сторона настаивает на гарантиях безопасности для нашей страны, и не только со стороны России. Их гарантии сейчас приведут к разрушению украинских городов. Подписать договор следует вместе с международными партнерами. А НАТО как предмете компромисса думает и политолог Владимир Фисенко. И вероятность нашего членства в НАТО. Вероятность нашего членства в НАТО, к большому сожалению, остается призрачной. Это первая проблема. Второе, мы видим, что во время войны больше всего помогают по двусторонней линии отдельные страны, а не НАТО в целом. НАТО помогает, но помощь опаздывает и есть ограничения. Поэтому есть определенное разочарование, будет ли для нас НАТО гарантом безопасности. Есть вопросы, в которых обе стороны могут пойти на компромисс. Решение других красных линий могут отсрочить. Федерация идет на переговоры, потому что не ожидала такого сопротивления украинского народа. Каждый день российская армия теряет сотни солдат и военную технику. Международные санкции крушат их экономику. Украинцы, как и все 30 лет независимости, хотят мира. Без российских оккупантов на нашей земле. В противном случае готовы биться до последнего. Я хочу мира. И для меня любой ценой. Я хочу мира. Я не могу вот это. Для меня, может, я уже в таком возрасте, что мне тяжело. Ну, что, капитуляция? Нет, капитуляции я не хочу. Не но мира ценой. Хочу. Я не могу, когда это стреляют. Это... У нас родственники в Харькове и везде. И каким образом? Как вы думаете, вот что нужно сделать? Ну, что мы можем? Мы на своем ничего не можем. Это все решается не на нашем уровне. Победить и не останавливаться на административной границе с Крымом. Не останавливаться. Зайти туда хотя бы на 10-30 километров. Оно все само посыпется. Оно все само посыпется. Они побегут. ЛНР, ДНР. Рассосется само собой. Вот если честно, вот если просто откатиться до 24 числа, вот просто, вот, хотя бы так. Ну, а идеально, конечно, чтобы там Донбасс, Крым, как бы назад. Ну и какую-то гарантию безопасности не помешало. То прошлое что-то подкачали. Любая война заканчивается заключением мирного соглашения. Способствовать эффективному продолжению переговоров и даже провести встречу президентов Украины и России уже вызвалась Турция. Пока что Кремль от переговоров на таком уровне отказался. Но это пока, поскольку с каждым днем российских солдат становится все меньше, а санкций больше. Виктория Ильчук специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.